Сегодня у нас 30 сентября 2015 года. Это поселок Потеряевка. И вот мы... Тут я нахожусь, смотрю, вот брат тут у нас, Алексей Устинов, строится. Сейчас зайдем, посмотрим. Спросим у него, чем занимается. Ушел, видимо. Этажное у него здание такое грандиозное. Вон он идет. У него дом тут. Мир тебе, брат. Добрый день. А то у тебя дом будет, да? Ну да. Ой-ой. А это что у тебя за грандиозное сооружение, которое ты сейчас делаешь? Сараечка. Сараечка. Ничего себе, не детская. Сараечка. Ну что у тебя будет первый, второй этаж означает? Тебя все утепляешь, чтобы тепло было, да? Да, утепляю. Ну, пока первую половинку. Для основных животных. Тут что ты хочешь в планах-то у тебя, если Бог даст? Ну, все, все животные, которые у меня есть, козы, куры, баранчики, вот сюда, там пару поросят тоже, вот, а кролики туда дальше. А наверх? Что у тебя там? В этом году ничего, вообще, веники сушат. Веники. Ничего себе, слишком большая площадь. Посмотрим, да, потому что в этом... Много соображений, там по ходу. Как время, как деньги, да, все. Да, да. Что нужнее будет. Вот торопимся быстрее, пока последняя неделька там что ли теплая, закрыться и все. У тебя шуруповерт хороший, Makita на 17 вольт. Мощный. Работы много, конечно. Ну, мне бы только зайти и все сюда. У нас все в простоте, мы строим. Гараж видел же, как построили. Да ладно, тут тоже проще, парень, на реку просто. Пенопласт. А то сколько он? 15 сантиметров? 15, да, 15 вот это вот. А в дальнейшем что, как будет отапливаться? Или не своим? Не, своим. Ты что, тут просто можно дышать, тепло будет. Угу. Ну да, тут плотно. Зашить и все, зашивается и все, чтобы было это, ну, плотно, чтобы не мыши там никто не смогли лазить и все. Ну понятно. Ладно, Бог помощь тебе. С Богом. Сейчас посмотрим, чем у нас братья занимаются. Игнатий Иванович, Никита и Сергей. Они собирают яблочки. На пастилу делать будем. С сахаром будем варить яблочки, сушить. Будет пастила вкусная, касательная. Thank you.
ты быстрее собираешь. А то вы на пастилу, да, Игнатий Ильич? А? На пастилу собираете-то? Ну, мы как-то, я не знаю сейчас, наверное, лет уже 5, больше назад. Собирали вот так вот, варили. Она еще до мороза была, а тут уже мороз стукнул. Варить ее, ну, вот эти бутыльки-то, которые торчат, оставляем. А иные вот так вот отрываются с деревяшкой, вот это вот. Ну, это уже оторвать там дома можно. Сварить, 1 к 10. То есть на ведро килограмм сахара. Все это растолочь. Ни мясорубки, ничего не надо. Просто оно сварится, когда толкушкой там деревянной. Ну а потом что? Размазывать ее хотя бы слой толщиной палец. Мы делали так, где-то на крыше. О, засыпилось. Целлофаном. На целлофане. А день пройдет или дождь, вторая половина целлофана, закрываем ее. У меня сестра. Она была во Фрунзе, ну у них там все, абрикосы, прямо тонкое совсем. Оно коричневое такое, очень питательное. Я называл подошву, подошва, чем-то напоминает подошву. Она мне даже, когда было заключение, она в лагерь привозила. Его удобно так, куда-то завернул вокруг. Маленько оторвал, язык положил, как бы не должен, где она. Там абрикосы, яблоки, вишни, сливы, там что-то натолкано, все. Ну, какая разница, там все из земли, витамины. Ну, вот здесь вот лучше. Время выдалось немножко. Что не попало. Заводить сейчас песок. Все эти договорились, защебить. Все что-то. Ну, ничего нельзя делать. Все сырое, разбухло. Даже за пиломатериалом не можем съесть. Ну, из лагеря братья повозили там что, а проволоку распутывал, видали, вот. Ну и решили сходить по ягоды, вот в ранешке. Здесь раньше жили Киличковы, а сейчас вот поселенцы, вот новое поселение, Алеша тут строится. Ты был у него там? Да, да, заходил. Вот, вот с нуля, вот кто желает Потеряевку, желает, надо сначала написать, познакомиться. Приоритет молодым, у которых ребятишки. То есть репродуктивный возраст. Могут еще дети быть. Надо сохранить школу. Детей совсем мало. А стариков не принимают. Но старики могут быть вместе с молодыми. Вот так. Значит, 5 качеств. Должен доказать, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот тогда мы первый раз разговариваем. Дальше должны быть средства. Закупить материал и начинать строиться. Вот как Алеша строится. Он приехал, он, ну, весной тут козы завел кое-что, там кроликов. Это все-таки маленько поддерживает. Молодой человек занимается, ну их 5 братьев. Они приезжают, у нас еще братья и там племянники молодые. Одному ничего не сделать. Мы все начинали с нуля. Все. Конечно, человек не пьющий. У него были средства, там где-то дом продал. Теперь здесь купил материал, завез, начинает работать. Экскаватор может заказать, бетон привезут, но это стоит. Машину привезли, 25 тысяч бетона вот у них. Это очень-очень не по карману. Я еще стою, надо брать. Вот. И поэтому запрета нет написать. Но пока не дадут согласия, категорически запрещается у нас приезжать. Зачем? Тут очень богатая земля, прекрасная вода. Вот сейчас пруды делаем. Если воду поднимем в прудах, то есть хорошая рыба, карпы могут быть завезены. Тут продают мальки. Это было. Один раз купили, а что она вымерзла до дна. Все, рыба погибла. Это такая рыба ротан. Она замерзает, как лягушка. А весной оттаивает и опять пошла. Но после него, если его, он поселится, то ничего нет, он все пожирает. Поэтому решили пока ротана не завозить. Хотя я его уже заказывал. Потому что не гальяна, ничего не будет. А гальяна для нас это деликатес. Видите, какая ранетка. Летом тут клубники много.
А в лесу есть смородина, черемуха. Вот. То, что мы видим, малина. Это все бесплатно. Было бы желание пойти. Колодец сам человек копает. Туалет сам. Все сам. Дети здесь, учителя все верующие. Ну а чем тут занимается? Ну вот чем занимаемся, чем? Видите, чем? Работаем. Да вот, если так рассудить, то человеку много и не надо. Поел, все. Сейчас время-то какое. Держи овечку, корову, пока налогов никаких нет. У нас у Игоря, у него, кажется, 36 голов крупного скота. Около 200 гектаров. Ну, немножко-то, конечно. Худая техника, но убирает. Пшеница есть, куриц есть чем кормить. У Глушкова-то Галя, она мастерица такая. У ней инкубатор свой она сделала, выводит. Около 400 куриц. Видите как, семеро ребятишек. Самое положительное – это воспитание детей. Они на глазах, они не слышат худого, а худое не надо. Пускай привыкает. Привыкать не надо. Здесь все под контролем. Но это не пензенские затворники. У нас здесь и интернет, я не говорю уж мобильные телефоны. И мы не епископ Диомид, там против телефона. У нас все открыто, государственная школа. И когда учащихся где-то какие-то там, я не знаю, как называют, соревнования или еще, потеряевские школьники в числе первых идут. Ну, во-первых, серьезно относятся, а во-вторых, мало учеников, больше внимания. В любой момент ученик прибегает, там, Елена Анатольевна, мне что-то непонятно. Она на огороде стоит, она тут же зашла и все. Вот уже наколотил почти полное ведро. Ну, по два ведра взяли. Видите, она мелконькая. Вот я положу руку, чтобы видно было пальцы. Ну, много ее. Вот ее просушить. Надо будет русскую печь топить. Там загрести уголь-то. И ее ставить и смотреть, чтобы не сгорело. Мы в дорогу, когда ездили, то это очень хорошо. Берет, сосет шофер, который там дальнобойщик или кто. Взял ее в рот. Ну, мы обычно брали, что кедровые орехи. Тут их нету, покупать приходится. Тут картошка, арбузы, виноград, яблоки, настоящие яблоки. Сади, облепиха. Это сорица. Облепиха. Она сорится, потому что от ожогов ее. Специальный облепиховый завод. Я не знаю, где он, в Белокурихе или где. Надо просто знать о подвинуте. Видите как, эта земля богатая. И этому 193 года, как Потеряевка была основана. Первые Потеряевы были. Ну, она Потеряевка называется в честь их. Нам говорили, когда начинали, это 20 лет тут был пустырь. Назовите своим. Все же называли там Жилина, Шадрина. Своим именем. Мы на это не пошли. Зачем? Первые были Потеряевы. Мы так и оставили Потеряевы. Но первая улица названа в честь нашей мамы Марии Егоровны. Это утверждено краевым советом официально, потому что она мать героиня, 10 детей родившая, воспитавшая, муж инвалид Отечественной войны, и она первая сюда приехала, тут и упокоилась. 80, кажется, 6 лет ей было. Вот, это наша мама, в девичестве Чунарева. Вот Володя, видишь, он везде с аппаратом, как хорошо, там посмотри, какие эти теплицы, что сияют-то. Да, теплица. Теплица. Это тут живет моя сестра Валентина с Владимиром. У Валентины 6 сыновей и дочь. Вот. Приезжают все в гости. Было бы желание работать-то. Дом построил. Летом свой пруд, купаются постоянно. Растут цветы разные-разные. Дыни, арбузы, огурцы, помидоры. Вот все огородное растет. В последнее время виноградом занялись. Что виноград свой вырастает. Погода-то изменилась, не такая, как раньше. Скотина всякая, козы. Вот Леша на коз. Я с козами-то дела не имею, они... А овечек пас с отцом. Коза у нас не в почете, она все пожирает. Она всеядная, она на ноги становится, тут ни яблони, ничего не будет. А то нынче тут коз нет, а вот козы тут еще не будет. Вот тут что растет? Крыжовник. Смородина красная, белая, черная. Что не жить-то? Храм открыт. Вот батюшка 3 недели нас акафист считать собирается. Слава Богу за все или еще что там праздник. Ну, обстановка, конечно, меняется.
Вот говорят, ну батюшки не будет. Как крути, не крути, а батюшке-то уже 73-й год. 73 уже года. Вот на днях исполнилось, 22-го. Я Тима и Анна. Рождество Богородицы. Ну не будет его, а вас не будет, что будет. Да еще лучше будет. Я всегда говорю. Разве в нас дело? Мы тоже начинали, не знали. Конечно, без священника хуже. Ну будет приезжать. А откуда? Да что мы будем гадать, откуда? Не знаю я откуда. Вот. У нас хорошие отношения сложились здесь с новым митрополитом. Так что прямо напрямую, чтобы мы были в Московской патриархии, об этом даже разговора нету. Нету. И они на богослужении поминают Илариона, первого иерарха Русской Православной Церкви за границей. Вот только на днях. Это все в интернете выставлено. Наше положение-то как раз то, что надо. Мы как бы буфером служим между теми, которые нападают на патриархию. Всех затянули, 13 юрисдикций, они нелегко на нас показывают. Вот, пожалуйста, доказательство, что никто не тянет. Мы с ними, они признают акт о каноническом общении, это мы. А находятся, поминают, это первая иерархия. Ну, когда служат, и патриарха Кирилла поминают. Так что вот мы избрали так. А не будет, совсем не будет. Не будет, значит, причащать, а там сходят, но община сохраняется. Общину нельзя терять, это слишком много в нее вложено. А люди, которые ушли из общины, почему ушли, спрашивают. Потому что никакого участия в общине не принимали. Крещение надо было им с полным погружением, они погрузились. Некоторые были в церкви, они ни на занятиях нет, никогда ни на благовестии. Ну нету нигде. Не считая там уж совсем кто-то один. Поэтому им и терять нечего не было. Тут спрашивали, почему не был на богослужении. Говорят, вот у них столько так у нас. Три богослужения в воскресенье пропустил без уважительной причины. Ну и могут исключить. Так это не мои правила-то. Рассчитывают на глупых. Это правило соборное. Читайте правила Ладикийского собора, Антиохийского. Если мы православные, мы должны это безропотно принять. Это не наши правила. А так привыкли не три богослужения пропустить, а всю жизнь. Говорят, колесное христианство. Прикатили в детской коляске, покрестили. Второй раз приехал на лимузине венчать. Ну и третий раз на катафалке. Все отпоют, а у нас нет. В церковь не ходил, не было никакого ни отпевания, ничего нету. Никому крещения нету, которое незнакомо. Никого не поминают, которое совершенно незнакомое. То есть мы вернули к тому, что должно быть. Господь благословит. Вот пока говорил, смотри, полностью набил ее. Ну, она с листьями, конечно, немножко. А тут даже столб повалился от Николая. Все. Вот такие, брат, наши дела. Давай, Володенька, брать будем. Павлов участок. Вот кому хрен нужен, даром. Даром у Павла растет. И вот тут, как говорится, хреновая территория. Он как-то не досмотрел и растащил, и он везде у него принялся. Он отсюда даже видать, какие огромные листья. Это зеленый он справа. Хрен, копай. Покопай деньги. Редька сажает, тут брюква, репа. Что хочешь сажай. Земля чернозем, все растет. А это вот дерево, березка, это жил мой дядя. Отцов брат Степан. Это был заведующий молоканкой. Ушел в вечность. У него была большая вражда, не у него, а моего отца с ним, за то, что я его слушал. Через него я пришел в церковь, священство, признать. Ни Евангелия, ничего еще не было, но уже я знал, что если нет причастия, спасения нет. И отец был против, а я все равно ночью да приду. Препятствий никогда не было. Мне это надо. Отца нет, дяди нет, а у меня вспоминается это. Дядя был очень умный. Умный. Был в резионной комиссии, все умел делать, лить галоши такие большие из камер. Вот. И все дела, все делал сам. И что интересно, он в первую германскую, это в 14-м году, где воевал, и у него вот эта вот икра, где была перерублена, отрезана. Ну а потом сделали, пришили, оно все было как... Это с 14-го и в 66-м году, вот считай, полвека. Полвека, перед смертью отлепилось...
открылась рана. Как она же срослась вся. Прямо открылась рана и все. Видите, так бывает часто. Старая обида губит человека или что-то. Я все попутно говорю. Тут раньше так не было. Не знаю, почему сейчас с полей сильно вода идет. Прям поток. Ну и там канаву вывели, экскаватор наняли. Алеша тут. И вывели ее туда, чтобы сразу уходила за пределы деревни. Нынче, говорит, как стена стояла, и вдруг сорвалось, а она копила, копила. Вдруг рухнула, ну и пошла тут. Видите как, мы поэтому на прудах-то и работаем усердно. Удастся, не удастся, Бог знает. Ну вот так. Второе ведро мне надо. О,